Что-то знакомое. Вот этот леопард лифт зашел, как мед. Сбил, блять, кастрас. РДД, играйте по магу. Хули нам этот маг, да? РДД, блядь, 3 РДД в рейде, блядь. В натуре? Ну, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Хант еще 10. 10 РДД, и заебись рейд, пацаны. Нормально, да? Ну так-то уже заебись. Раздавака там за 10 человек дамажит. 120к урона. Средний ДПС в рейде 7000. Может все за 3 человек дамажит. Можно ему 3 чешки сразу отдавать. На танк. Ты попал, наверное, раз ты с нами, то каски можешь потихо разбавкивать. Билет придет крутик, если даст. Да, бля, там есть второй паладин, я эти руки и кресты выставил. Короче, похуй, пускай будет так. Пошли. Не, я могу сказать, что... Ну тогда мы без рук и без крестов будем. Да похуй, еще босса нет. Пошли еще пачка. Не туда. Не те три, а вот те, где командир, вот сюда. Билет, расставь это. Каски всем. Нафка. Ну, короче, бля, давай я поменяю себе каски. Спасите. Я под этим деревом. Мне нужна помощь. Давайте про товары, юные. Твоя сила на исходе, древнейшая. Ёбан. Скоро ты присоединишься к своим друзьям. Ну, у кого-то есть мама, не починится потом. Ебать, я людям пишу в ПМ. Мне пишут, типа, суманите там, а я пишу АОА, блядь. Ну, типа, не попадаю уже по кнопкам. Ясен хер, три ночи. Ну, то, что кто-то слышит, это вообще заебись. У меня чего, агрессор рвать не могут, я сижу. Перемене хаос. Нормальный автоатак это куда добиваешь. Не переоценивай себя. Я еще такой думаю, блин, сейчас агро сорвался, сижу и мини хаваю тут. А то сейчас раздавака как за фейсролит нахуй. Всю ротацию, ты охуеешь. Вон петухи идут еще подлавливать. Ну, тех про товары разбирается, по меткам играет РДД, где по меткам играет.
лопатой машет. Ножка. Пошли к Свяне. 4 хила есть, доезжайте с это самое. Дайте починиться что-то. Хламобот, Дживс, Мамонт. Дайте что-то, Мамонт, есть у кого? О. Не надо так босс бегать, сейчас подождите. Топиться. Починился? Угу. Жироники там что-то. Короче, я Каскер раздал остальное с другого пола требуется. Этот, Редвард тут? Да. Короче, иступление самое главное, чтобы хилы не обосрались. Если не снимешь, то вайп может быть. Все, я по танчу поехал. Подожди. Уже пульнул. Еба была, и там урон разделяет. Человек, хоть и вагон по шмоту, но когда он наступление снимает, то уже стоит многого. Это не приводит к вайпу целого рейда. Ну, то есть он фактически спасает весь рейд. Это надо понимать. Сейчас смотрим метки. Метки расходят. Друг от друга тоже отойдите. Типа меня потешил, что ли? Блядь, никого не тешил. А то, что я сказал, наверное, понимают только люди, которые будут рейды. За этим вагоном больше других ДПС будет, блядь. А тебе 5к ДПС? Не-не, я так просто делаю. Бойся потом посмотреть. Главное не ДПС. То, что там, допустим, челик дает, допустим, 15к, и какой-то челик дает там 17,5. Ну как бы главное, как. Давай уже про Ауди не говоря. Как они исполняют на боссах? Так, это сам подходи, Квилет. Смотрите, хилы, значит, внимательно. Значит, у нас 3 танка. Это Войд, Грудхар и Молдазар. 2 протовара и БДК. БДК будет на боссе. Частицу Квилет кидаешь на Молдазара и хилишь ДК постоянно. Это основное. И попал, кидаешь на Грудхара и хилишь меня. Ну, это самое основное ваше. Значит, просто ты сидишь на Молдазаре и на меня посматриваешь. Шамагол, сидишь на Грудхаре. У Грудхара будет вторая копия, у Молдазара первая копия. Дубощит. Дурачок, что ли? На меня кулака нет. Если ты из-за кулака ливнул, то у тебя что-то. Это ДК ливнул. Я понял, профа не убил, все ясно. Дайте кулак по ханту. Сейчас, погодите за меня, за кулака забагал сейчас весь рейд. Значит, этот, шторы в Дисе? Шторы?
Теперь... Ладно, не будем водить, я думаю, не сдохнем от стаков. Надеюсь, нас хилит за это. Шторы, ну ты, короче, на трех танках просто раскидывай ход из пула, меня хилишь. Потом акцентируй внимание на Малдазаре. Брутхар, я думаю, не помрет там уже под конец. Там и Т4 есть у нас, и вся хуйня. Все, чек на пол. Малдазару главное эту каплю киньте перед разделением на вторую копию. Сейчас погоди, пробовайся в кулаки. И сам прожмись, когда будет разделение. Так, скажешь, когда пробафаешь. Блядь, Пал, я тебе вроде выставил аддон, у тебя же есть аддон? Не все этим аддоном пользуются. Ты кому говоришь? Ну, тебе, у нас же вроде больше нету паладина. Ну, типа, у меня он забагался почему-то, я вручную пока бафаю. Да, у меня... Я тебе выставил, короче, подонос. Посмотри. Надо было вам подписаться на канал Войда 3 года назад и посмотреть, как же Войд качал паладинов двух, блядь, и играл без аддонов на эти лаги. Да, Войд паладин, бас. Ни разу не играл. Я все разбавил. Подпишитесь на канал. Может быть, чему-то научитесь. А ты им рассказал, что милики не бьют и РДД держат рейн? Милике, значит, с пула под боссом на первой, ну на боссе, только раздавак, все остальные курят. Появляется первая копия, 2-3 тела, на нее можете садиться, когда про товар только агроном берет, смотрите. Ну и третья копия появится, уже на третью можете под нее подходить, бить потихоньку. А так только РДД с пула. Хилам место оставляйте, чтобы хилы особо не бегали. Все, все готовы, дает счет. Ваша. Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивая победа. Я вторую копию забираю, да? Да, ну в смысле первую. Которая на 66% хп. Понял, да? Угу. Он последний. Второй ладно. Только куда мне его поставить? В дерево, наверное, туда поставлю. Главное, все люди, кто в рейде, танк ведет копию, с под лица копии уходим сразу. Серег, отойдешь, когда позовут? Перед лицом не стойте пробить. Ну, под твоей копией сдох этот вар. Угу. Ай-яй-яй, вар. Плохо. 33% будет копия последняя. Перед ней дам язык. Хилы там, если не дотягиваетесь, скажите. Перед разделением прожмись и все. Дал мне зыбку, пошла фаза. Последняя копия. Все, трех танков хильте. Унтазар, подойди немножко, пожалуйста. Будет, спасибо. Все, там ШВ добивателя. Ну, хилы у нас, конечно, жесткие. Прям чувствуется. Че, раздаст пол верхи или че? Пошли вон двух мобов. Пап,
Пала, ты бафаешь каски чисто? Кот, нужен 261, нет? Давай, конечно, сложность. Молдозар, ты насчет тьмы уверен там? Ничего у тебя не вайпнется рейд лезвие? Блин, я танчил один раунд, короче. Тьму только. Короче, танчи свет, ты мне лучше в тьме. Свет это просто... Я грона беру, потом у меня заберешь. Там такая же лезвие, как у девы же, да? У Карага... Кара... Да? Караган, блин. Карага... Карагер. Карагер, надо тебе. Нет, там вот на деве же есть лезвие. Есть лезвие. Так, ну суманем уже друида на этого, на халика. Так, я на боссе варю там по бокам. Чек. Алекс Страза выбрала достойных союзников. Жаль, что придется прикончить вас. Вы опоздали. Рубиновое святилище пало. Так, сейчас я вам все расскажу, кто куда. А кто где? Тьма, свет. Сейчас же я говорю, все расскажу. Сейчас, секундочку. Да я просто зашел.
танцы с бубном. Это самое, что я по-другому себе. В бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Тьма будет перевешивать себя. Лучше на диспел и поставь людей, потому что не дай бог кто-нибудь продиспелит в рейде, ты не найдешь виновного, поверь. Ну-ну. На своих петах диспел уберите. Тут два бе... Да он глухой, не отвечай ему нихуя, пускай сам разбирается. Этот мир вот-вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Так чё, мы идём мне? А кто сейчас танчит? Мулдазар или ДК? Завис.
ком лезвия, уноси. Да кик... кикни прям сейчас его, блядь, с рейда, но... Да, да. Да. Дайте мне, пожалуйста, лапку. Не, по-моему, там просто натикала, она же сама диспелит рано или поздно, по идее. Ну... Ож снимает. Все. Не, ну да, он сдиспелил, потому что к моих три диспела. А рыбу поставить? Давайте не обосрёмся, пацаны. Это будет красивое. Вот соскользнет в бездну. Вам выпала честь узреть начало эры разрушения. Слишком близко стоите. Здесь. Вы найдете лишь страдания. Входите, если посмеете. Убогонять. Чем вы подороже выходите, блядь? Остерегайтесь,
трещите, ничтожные, перед посланником Смертокрыла! Остерегайтесь теней! Бегаем. Кто это делает, блядь? Я два до этого диспелил. До этого два штуки было. Фу, сами. Свет кучнее станет. Перебегаем. Перебежали. Остерегайтесь теней. Ну, мне никто не дал ничего. Темик, сами. Во тьме дамажите. Диспел. Падение метеоров. Бежали. Вы можете подбивать. Свет, сохните маленький свет. Будет 50 минут. Перебежали. По времени стоим. Можете Геру стать. О, все ебало, черк. Там. А что, ботинки танку не отдаются? What the fuck? А можно рулить на оспек? А ты? Бой, ты не тому тапки отдал. Им... Магу. Магу.
Все, спасибо. Кому там обмен? Кому ботинки? Он говорил, ботинки? Что ролит на АДК. Да? Нет, ой, не идет. У кого ботинки? Сейчас найти бы его в этой толпе. Че это она не идет? Не идет. Я уже нашел. На АДК есть запах ТЛК, а эта кожа вообще на АДК не идет никаким. Идет. Им тоже крита нужна так-то. На АДК. АДК она тебе болит. Да. Не идет она ему. Роги отдай вон, или, блядь, скотам. Блядь, это для Роги, для Энха, для Ретри, для Феррала, Вару Фурику. Какой нахуй ДК? Ретрику не заебись. Со скоростью ДК не берет запах. Ему с РПБ. Схуяли, а ДК нужно РПБ. Ладно, короче, забей, давай. Я это не прочитал. Я видел, люди ходят. Я говорю на АДК. На ФДК не носят хосту. Во-первых, ВДК хоста нахуй не нужна. Во-вторых, ну, я же говорю, блядь, ФДК не нужна хоста, я говорю на АДК. Тебе профитнее будет ватный надеть на силу, нежели вот на гиву. Ну, у него типа крит меткость. Да лучше вам грух, сходи в хвенку, забери ватные там на силу 260-й падает, блядь. На своего ДК. Типа это без лут для алкоголика.